Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! С вами Украина, город Киев. Да, центр Киева. Приехали в самый-самый центр, уже наконец-то приехали днем. А то всегда мы так как-то приезжаем более в темное время суток. Сейчас пойдем посмотрим на елочку. Да, Алина? Да. Тебе интересно посмотреть на елочку? Хочется. Хочется, да? Интересно, как, какую в этом году, интересно, сделали елочку, да? Да, в том году было... прошлом году была скромненькая. В том году была маленькая, да, в этом году как бы... Вот смотрите, какое количество людей у нас в Киеве. Только что ехали в забитом автобусе, я снял видео. Да, меня там чуть не придушило. Вы, наверное, увидите, не знаю, через сколько я его выставлю. Оно очень короткое, короткие видео я не очень люблю. Так, Алина, пойдем сейчас в сторону елки. Так, как-то так, друзья. Смотрите, что у нас в Киеве установили. Как вы думаете, что это? Кто догадался, напишите в комментариях. Да, напишите в комментарии. Мы уже такую штуку второй раз видели. Только что мы выходили на нашем районе, она была. Это, я так понимаю, что подходит праздник. Хануки написано, праздник. Смотрите, вот такая вот. Укачала? Да. Тебя укачало в автобусе? Вот смотрите, потому что там было забито было, получается, автобус. И за счет того, что, смотрите, сколько соли, набросали столько соли, чтобы не было скользко. Потому здесь практически все растаяло. Но, конечно же, снег, вот смотрите, сгребли. Тут собакам нельзя проходить. Но его не убрали, да. Класс. Здесь мы всегда в детстве, там нам было 15-16 лет, здесь встречались, здесь гуляли, гуляли с девочками, ходили здесь кругами, здесь были фонтаны раньше красивые, они светились разными огнями. Ну, конечно, сейчас зима. По-моему, летом, по-моему, в этом году они не светились. Вот, смотрите, друзья, самый центральный главпочтамт. Укрпошта в городе Киеве. Нет. А что это там треугольник? А? Что это там треугольник? Нет, какой треугольник? Беленький, вон. Я не понимаю, где ты видишь треугольник. Какой треугольник? Я не знаю, Алина. А, этот, это, наверное, с этого. Тут же под землей, под нами, как называется? Метро. Под нами что? Глобус. Потому как бы это такие вещи. Вот смотрите, с правой стороны стекло. Это торгового центра «Глобус». О. Там идет внизу торговля. Самое главное, что туда нельзя заходить. Вставать сверху. Смотри, Алина, аккуратно, а то тут можно и поломать. Ого-го, полностью разбитые такие как бы плитки. Они как-то немножко просели. Ой-ой-ой, смотри. А чего-то они так просели. Вот, смотрите, как раз написано «Глобус». И вот такая здесь красота. Давайте немножко приближу вам. Я снимаю с такой камеры, которой могу очень-очень-очень хорошо приближать. Приближение здесь колоссальное. Так. Так, идем. Пойдем. Что? 0Б. Это какое-то кафешка какая-то. Кафешка. Ладно, пойдем в другую сторону. Так, смотри. Береженого Бог береже. Смотрите, какая надпись. Это, я так понимаю, чтобы не было наркоманов. А
Імена та всім зниклим невідомим героям, що поклали життя та за гідність і волю. Так, йдемо. Вот, смотрите, вот торговый центр, то, что я говорил. Да, тут... А заходить можно? Стена, конечно, здесь не стена, а стекло, я думаю, здесь. Да не надо ходить, не надо. Оно толстое, но все-таки ничего хорошего в этом нет, если ты провалишься туда. Там все хорошо. Вот опять же тоже фонтан. Мы сейчас идем, вот где снег лежит, это все полностью фонтан. Но он накрытый, его специальным накрывают таким, как клеенка или брезент, смотрите. Так, все, будем, наверное, сейчас подниматься наверх. А то сейчас потемнеет, и опять ничего видно не будет, да, Алина? Да. Сейчас, как всегда, мы придем, и все будет уже темнота. Все-таки, я думаю, нашим друзьям хочется увидеть более-менее получше, чтобы все было видно. Вот, друзья, пишите комментарии, подписываемся на канал, новые зрители, все мы очень рады. Мы семья из Украины. Здесь также конечная троллейбуса, получается. Кому нужно, можно даже сюда доехать, с центра, на вот таком вот транспорте. Пойдем. Родители быстро идут, вы за ними успеваете. Еще раз говори, что? Говорю, вот если нас дети смотрят, то спрашиваю. Когда вот у вас родители идут слишком быстро, вы за ними успеваете. Вот я не, иногда да, иногда нет. Да, папа? Да. Зови человек, и я не буду думать. Хочется заходить вот так. Сейчас мы придем. Вот эти вот дома, это очень-очень-очень старые дома. Здесь, наверное, им не менее 100 лет, я так думаю. Потому что, видите, даже какая архитектура. Так, кофе. Тут по ценам что-то видно, не видно. Так, что-то... Ну, S-ка, это как раз вот эти цены. S-ка, M-ка, вот там вот и были цены. Ладно, друзья, будем заканчивать это видео. Подписываемся, не забываем. Еще одно, наверное, будет. Сейчас поднимемся наверх на елку, и будет, да, будет у нас другое видео. Так что, друзья, всем пока. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь.